Краматорске состоялось заседание круглого стола по теме информационной потребности внутренне перемещенных лиц, как улучшить коммуникацию между властью, переселенцами, волонтерами и средствами массовой информации. Заседание состоялось по инициативе Института демократии имени Пилипа Орлика и поддержки Интерньюс Европа. Модератором беседы выступила исполнительный директор Института демократии Светлана Еременко. Ми з початком неоголошеної війни Росії проти України, наше суспільство, власне, і влада, і засоби масової інформації стикнулися з незвичною проблемою для нас. Це переселенці. Це переселенці, яких на сьогодні вже біля 2 мільйонів людей. І, власне, ні влада, ні суспільство, ні засоби масової інформації не були готові до таких викликів, які диктує нам сьогоднішній час, час війни, час політичної кризи, непевності у суспільстві. І дуже неприємно, що, на жаль, поряд з тим, що переселенці мають проблеми з житлом, з працевлаштуванням, з соціальними виплатами, ви це краще знаєте за мене, вони також мають проблеми із доступом до інформації. А так само дуже багато переселенців говорять про те, що засоби масової інформації, журналісти, редактори не розуміють їх проблем, не висвітлюють тієї ситуації, яка склалася насправді у суспільстві. І, власне, в цьому переконалися також ми, експерти Інституту демократії імені Пилипа Орлика, а ми проводимо моніторинг регіональних медіа у 8 областях України. І ситуація така, що деякі засоби масової інформації не просто погано висвітлюють проблеми переселенців, а вони їх просто замовчують. Тому, звичайно, що всі ми зацікавлені в тому, щоб ситуацію змінити, щоб справді переселенці достукалися, мали можливість через засоби масової інформації достукатися і до влади, і до суспільства, і сприяти налагодженню комунікації в суспільстві, і також вирішенню тих проблем, які на сьогодні мають переселенці. В обсуждении принимали участие журналисты, представители общественных организаций и волонтеры. Локальные СМИ, которые здесь, на мой взгляд, не должны они полностью удариться и освещать жизнь переселенцев, потому что здесь живут свои громады, и проблемы свои есть. И как бы проблемы переселенцев и вопросы, которые решаются, они в каждой локальной громаде по-своему все поставлено, настроено. Вот как в Краматорск СОС очень хорошо поставлено, и у них есть свои ресурсы, в том числе информационные, как сайт. Люди знают, люди передают друг другу. Информационного вакуума, как на мой взгляд, как такового нет. Все равно он чем-то заполняется, вытесняется. Люди быстрее в очередях стоя друг другу расскажут, где, что и как. А государственная политика, она должна больше направлена быть на информирование тех, кто остался на той стороне. Вот при том, что называются цифры 2 миллиона переселенцев, ну, как минимум половина из них это тех, кто здесь просто зарегистрирован. Время от времени они приезжают сюда переоформить документы, какие-то получить выплаты. По вещанию. Сегодня действительно часть области смотрит российские каналы. Это вызвано тем, что в Донецке, в Петровском районе, все знаете, находится самая высокая телевизионная вышка радиотелепередающего центра в Донецкой области. И оттуда идет сигнал, он перебивает практически все вышки, которые находятся в округе на нашей территории. Та красноармейская телевизионная вышка, которая стоит и дает сигнал, в том числе в аналоговом и в цифровом формате нашего канала ДТБ, этот сигнал перебивает. Потому что на этой же самой частоте, на 27 канале, мы вещаем там, на 27 канале из Донецка идет сигнал, там, если не ошибаюсь, там, Первого республиканского канала и так далее. Поднимали эту тему еще в прошлом году, когда я работал в администрации, была тогда позиция такая областной руководства области, что как бы, вот, глушить сигнал это там, не наш путь. И тогда обсуждались такие вопросы, чтобы действительно с вышки Красноармейска как-то глушить сигнал, вот, чтобы не покрывалась эта территория. Но тогда был выбран другой путь, не знаю, как сейчас. Мы вот, касательно нашего контента и темы переселенцев, мы запустили проект «Житынаново», Эта программа пока выходит раз в месяц, как раз о жизни переселенцев. Но она больше имеет не такое неприкладное значение для переселенцев, а она рассказывает о жизни переселенцев, как люди обустроились на новом месте, как себя нашли, как переселенцы самоорганизовываются и помогают себе и своим друзьям, товарищам, переселенцам. Я здесь слушаю выступления волонтеров, все замечательные люди, занимаетесь замечательными делами, но вы на самом деле подменяете собой государство. И вот эта вот фраза, которая звучит «Украина любит вас», да, вот мы с моими коллегами там время от времени в самом начале транслировали эту фразу, а потом все это натолкнулось на то, что Украина не пропускает людей через блокпосты, Украина не может организовать нормальный прием в государственных учреждениях, Украина не может сделать еще массу чего другого. Просто мы, как коммерческие издания, мы не имеем права, мы не пропагандисты. Это государство, государственным изданиям государство дает деньги на то, чтобы доносить какую-то государственную идею. Мы должны зарабатывать деньги для себя, зарабатывать деньги в том числе для переселенцев, которые работают в коммерческих изданиях в Краматорске, в других городах, да. Они тоже должны содержать свои семьи, и мы не можем писать неправду. Я бы сейчас вообще не стал особо уповать на журналистов, на какую-то информационную политику. Я считаю, что сейчас самое главное изменить отношение государства к переселенцам. Пока этого не произойдет, никакие наши пиар-усилия не изменят абсолютно ситуацию.